Республики Башкортостан. Есть можно? Да. Вот это попробуйте. Вот так я мельница. Пожалуйста, хоть месяц не портить, а можете завтра, а можно заказать. Не могу не сказать о тех людях, которые поздравляют вас с этим праздником. В первую очередь это муфтий шейх Равиль Гайнудин, председатель Совета муфтиев России. От заместителя председателя правительства Российской Федерации Анатолия Гордеева. Сердечно поздравляю вас с традиционным национальным праздником Сабантуй-2018. Этот праздник плуга, завершение весеннего сева, олицетворяет пробуждение земли. Пусть этот яркий, красивый праздник вселяет новые силы, вдохновляет на добрые, добрые дела во имя процветания родного края, здоровья, радости, благополучия. Марат Шакирзянович Хуснуллин. Здравствуйте, дорогие друзья. Разрешите мне от имени мэра Москвы зачитать поздравительную телеграмму. Московский Сабантуй – один из самых массовых народных праздников. Жителей и гостей нашего города он привлекает грандиозной и разнообразной программой, ярким национальным колоритом, атмосферой взаимопонимания и дружбы. Сабантуй-2018 в музее-заповеднике Коломенское является большим событием общественной и культурной жизни Москвы. Поехали! Бизнес онлайн. Поделись и подпишись.